Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі Майдан ТБ. Ну, як завжди, про актуальне. Актуальне сьогодні ми будемо, так би мовити, на спортивній хвилі спілкуватися з вами, тому що двоє гостей моїх – люди зі спорту, люди, які і були при владі, скажімо, але їх вона не, як то кажуть, ніяк не змогла змінити в гірше. А в гірше змінюється, ви знаєте, більшість наших і народних обранців, тих, хто приходять до нас так туди нагору і до гори ногами стають. Ну, що казати, коли йде війна в Україні і більше піклується про те, що ж відбувається в нашій країні, як захистити її, більше піклуються парламентарі Сполучених Штатів Америки. Знаходячись там за океаном, вони вже і Палата представників, і Сенат вже проголосували санкції проти Росії, які, ну, я б сказав, є найжорсткішими, найстурбували євроспільноту, Євросоюз, тому що багато європейських країн мають стосунки фінансові з Росією. Так от там вони не йдуть на канікули, вони працюють, реально працюють і з користю працюють. А наші трудяжечки працюють зараз у зарубіжних округах, там, де тепло, там, де сонечко. Де немає оцих турбот, дійсно, треба думати про війну. А вона йде, і ворог цей нікуди не дівається. І ми, не ми, а вони пішли на перерву, майже двомісячну, забувши про те, що обіцяли змінити становище з недоторканністю. Обіцяли змінити склад ЦВК. ЦВК працює, не працює, але у відпустки пішли і, як кажуть, непогані собі відпускні оформили голова, зокрема, Центральної виборчої комісії. Війну так і не назвали війною, відкладається все це туди, на осінь. Що восени буде з пенсійною, медичною реформою, з усіма реформами, які камуфлюються, які намічаються і не робляться, ніхто не знає. Зараз, подивившись на Хрещатику і в центральних районах міста, скільки поліції, скільки Національної гвардії на цей хресний хід, сьогодні Хрещення Русі, чергова дата. Скільки ще буде агентів переодягнених, так би мовити, стежити за тим, що агентів Кремля тут багато. Але кожен з нас, кожного дня, маючи відомості про те, що стріляють, вбивають, гвалтують, крадуть, розбійні напади, не розуміє, чому ж така величезна армія у пана Авакова працює, на кого вона і проти кого. Проти нас з вами, по-моєму, так, тому що, ну, інакше не назвеш це. А от професіонали, які залишилися за бортом так званої реформи Міністерства внутрішніх справ, вони б могли, мабуть, що вирішити справи з розслідуванням кримінальних справ, резонансних вбивств, всього того, що хвилює суспільство. Так от, є багато запитань, а відповідь одна. Мабуть, що навіть от останні події з рішенням про Саакашвілі говорять про те, що країна готується до дострокових виборів. Іншого виходу немає легітимно змінити те, що називається зараз владою. Дуже і дуже важко. Перших реформ, скажімо, ми чекали, ну, в 2014 році. Почалося з того, що одна з найлегших, здавалося, реформ – це реформування під організацією суспільного телебачення, усіх засобів масової інформації, які працюють під егідою держави. На виході що? Знищено усі місцеві, регіональні телерадіокомпанії. Вони навіть юридичних особами вже типу називаються. Вони вже навіть філіями називаються. Вони просто підрозділи, які з'єднуються під егідою Першого національного. Ну, це теж приниження колективу Першого національного, колишнього тепер уже суспільного, який великий колектив, творчо здатні люди, і на основі нього, цього каналу, могло бути все нормально. І не треба було таких страшних витрат. Але головне, як ми зрозуміли тепер, головне – це будинки у 29 містах, це земля, ну, а люди вже там кілька тисяч буде безробітних. Отже, це щодо неспортивної поведінки, так би мовити, владних структур, щодо нас. Як казав Шекспір, ми перефразуємо, що життя футбол, і всі ми в ньому футболісти, гравці.
але грають нами поки що футбол політики. Отже, не перемикайтеся, зараз ми реально будемо говорити про футбол. Отже, тепер суто спортивна, футбольна частина нашого Майдану. Анатолій Іванович Бузник, вчений, заслужений тренер України, людина, яка вже не раз виводила збірні команди України на хороші рубежі, на хороші, так мовити, рейтингові сходинки. Той, хто є наставником майбутніх тренерів, які виходять з великого футболу. Ну і, звичайно, як громадянин України, це людина, яка лише не лише футболом живе. Анатолій Іванович, ну можна сказати, що сезон от футбольний розпочався з того, що непогано заявили про себе наші футбольні клуби на міжнародній арені, тобто в Єврокубках. Ну і цей компромісний чемпіонат почався так не зовсім погано, як передрікали. Чи все ж таки, як кажуть песимісти, в провалі? Ну я думаю, що не будемо уподобляться классическому фильму для того, чтобы провал не проваливался. Но, тем не менее, есть определенные, наверное, трудности, есть определенные, наверное, и политические моменты, и финансовые, экономические, и моменты по построению все-таки и удержанию на вершине элитных клубов, даже мы это ощутимо замечаем. Но, тем не менее, можно поздравить клубы. Удачно стартовала «Динамо». Удачно вчера, я считаю, для первого раза стартовал «Олимпик». Они вообще первые минут 20, конечно, они были немножко все-таки приглушены статусом Лачок. Соперника. Лачок. Да. Но, тем не менее, потом они нашли возможность проявить свои лучшие качества. И надо отдать должное и тренерам, и игрокам. А после забитого мяча они полностью, как Манчестер играли, по-моему, против ПАОК, а не как Олимпик. Поэтому, если бы не пропустили этот мяч, очень удачно могли бы даже и достигнуть максимального результата на своем поле. Хотя там будет, конечно, гораздо сложнее. А то, что касается «Динамо», мы все переживали за них, мы все тоже болели. Они принесли рейтинговые очки и, самое главное, какую-то комфортную, уверенную победу для того, чтобы с надеждой смотреть на проход дальше. Очень хорошая и в плане тактическом, и в плане игровом была эта игра. И я думаю, что Young Boys по зубам, и нужно отдавать долги за Шахтер еще. Ну и Шахтар, Динамо, у нас вся интрига будет зберігатися. Власне, в этом сезоне, мабуть, динамовцы не так просто сдадут свои позиции и претензии на первое место. Ну, дійсно, наш футбол український. Виходимо з того, що є, з реалії. Тому що, з одного боку, мені здається, що ці ігри великих наших грошових мішків футбол, грошима гралися, і деякі з них вже здулися, як то кажуть, щодо футболу. Тобто, деякі клуби у нас в містах великих зникають. А масовий футбол є, він розвивається, ну і от люди, які проходять через ваше, тобто, виходячи з ситуації, стають тренерами ті, кому ви даєте ліцензії, кому читаєте лекції. Ви бачите перспективу в тих, хто приходить
Футболісти вони великі, скажімо, або славні, а потім? Ну, ви знаєте, є три речі. Це задатки, це способності, це те, що від папи з мамою досталось, це те, що чоловік може розвиватися, і яке у нього бажання, ентузіазм, можливості для улучшення своїх способностей. Ну і третій варіант, звісно, це вміти це все перетворити в тренерській діяльності. Здесь есть проблемы, здесь есть, я вот буквально вчера вернулся с большого конгресса в Германии, 1200 тренеров, международный конгресс, 890 только тренеров про дипломы в Германии, в несколько раз больше А-диплом. И вот прекрасная организация, шикарные идеи, многие вещи, которые могут, там детали, которые могут позволить нам тоже в этом качестве. Понятно, с Германией тяжело сражаться, они сейчас и чемпионы Европы стали по Ю-21. В то же время они выиграли конфедерацию, где играло 4 основных игрока с молодежной сборной. Тем не менее, они Испанию обыграли в финале и стали чемпионами Европы. Программа была принята. Очень. Вот был Матиас Замер, был, как раз обсуждали, час там был такой беседа за круглым столом, обсуждали эти темы, он рассказывал свое видение, он рассказывал, как она начиналась, эта программа. И немцам надо отдать должное, они увидели, когда в начале 2000-х годов был провал, они сели, пересмотрели те моменты, которые нужно шлифовать, которые нужно улучшать, которые нужно изменять для того, чтобы опять выйти на мировой уровень. И мы, будем говорить, даже не заметили, что у них был какой-то провал, да? Опять мы начали с тех слов, которых мы начали передачу. А то, что касается нашего чемпионата, естественно, отток легионеров, уменьшение, деньги в футбол не играют. Но деньги могут позволить купить и сделать сиюминутно, сделать добротную команду. Купить хорошего тренера, купить хороших игроков. Естественно, они уже будут, даже если им не мешая, они будут уже давать результат лучше, чем те, кто идут только вверх, поднимается. Но это как раз шанс для развития и поддержки талантливых молодых футболистов, которые в Украине, несомненно, есть. И среди наших более 40 миллионов людей в любом случае ни Исландия, ни Дания, ни Швеция, никто не могут сравниться. Но почему они впереди? Наверное, есть какие-то у нас ошибки, наверное, у нас есть какие-то недопонимания то, что мы хотим, и тех действий, которые нужно предпринимать. Поэтому молодым футболистам сегодня перспектива есть. Пожалуйста, выходите на авансцену, доказывайте свою состоятельность свою. Ну, как бы ни было, сегодня мы не можем говорить о том, что наш чемпионат тянется за ведущими командами. Скорее, произошло наоборот. То есть уровень чемпионата в какой-то степени все-таки в качественном ухудшился, но тем не менее это шанс завтра стать лучше, если мы им воспользуемся. Вот якщо, и у вас ключові були посил такі, невже ми не можемо, як німці, на початку 2000-х, у нас можна зібрати отак от громаду професіоналів, порадитись і виробити реальну програму. Тому що написано вже на вашій пам'яті, я пам'ятаю, скільки паперу написано програм розвитку футболу, починається з дитячого масу. Що заважає? Чому у нас досі так немає? Валентин Васильевич, в любой жизненной ситуации, в любой, наверное, проблеме есть три ключевых момента. Первый момент – это желание что-то сделать. Второй момент – это мозги, то есть это умение что-то сделать. А третий момент – это финансирование. То есть, и когда у нас пишут все программы, мы буквально вот как раз тоже на этом конгрессе обсуждали один из моментов, и там было сказано, что когда пишется программа, первое там пишется пункт, там, построить там стадион, второе там пишется ответственный, третье сроки выполнения, а четвертое финансы. И в этой четвертой графе все время стоит прочерк почему-то. То есть можно назначить ответственного, можно там написать хорошую программу. Главное финансирование. Чем немцы отличаются от нас? Стабильностью экономики. Они вкладывают большие деньги, если даже клуб, инвестор частный, государство ее поддерживает. У них куча этих лиг. У нас на сегодняшний день, я думаю, что есть достаточно перспективные мысли у Федерации футбола, у Комитета профессионального футбола, реструктуризировать наш чемпионат и объединить, может быть, аматорскую со второй лигой. Не знаю, насколько это будет полезно и только вот покажет жизнь, но тем не менее, что-то нужно делать. Но нужно для того, чтобы что-то сделать, нужно хорошо продумать, просчитать эти варианты, убедиться на практике, где-то исправить какие-то ошибки.
Тот же, условно, сегодня обсуждался вопрос фиксации телевизионной или электронной фиксации там, положения вне игры, мячей. Докладывал один из арбитров, Вернер был у них арбитр Бундеслиги и ФИФА. Он показал несколько моментов, которые мы, сидя на мониторе и смотря эти моменты, не можем понять все-таки, было или не было. То есть там тоже есть огрехи. Но тем не менее, это все-таки с большей долей вероятности может помочь команде, тренеру, болельщикам этой команды. Если они забили мяч, так как у нас было со сборной Англии, по-моему, да? Так. Забитый мяч отменили. Была бы фиксация, там явно видно, что... Поэтому вот эти все новшества, эти все моменты, эти все изменения... В любом случае, как бы мы ни хотели, они будут в жизни. Но мы хотим все-таки, чтобы они вышли на определенный уровень и дали эффект. Я думаю, що це, так би мовити, от в цьому можна ставити крапку. Ви зрозуміли, що дійсно футбол і наш соціум дуже-дуже пов'язані. І Анатолій Іванович сказав про фінансування, а це залежить від стану економіки. Це дуже важливий момент. Німці чим взяли? І організацію, і, звичайно, тим, що під кожну малу якусь справу було підкладено чітко фінансування. Ну, ви не вперше буваєте, так мовити, головним тренером збірних студентських команд, це ж зібрати їх за тиждень і вести на всесвітні ігри. От в цьому, в студентському спорті, взагалі, це вирішальний момент фінансування, все покладається, по-моєму, на ректорів. Немає реальних таких і клубів, немає і спонсорів таких. Ну, в большей степени так оно и должно быть. Все-таки учебное заведение... Ну, в развитых странах. Да, да. Если ректор, это мы понимаем, что НБА в Америке, да. Тот же футбол в Америке, все виды спорта, то есть там, где сильные вузы, там, где сильная экономика, там, где умный ректор и любящий спорт, понимающий, что его в это время он должен, может дать человеку не только знания, но и возможность физической культуры. Это тоже культура, не только культуру знаний, но и культуры развития тела, развития общества. И если ректор это понимает, и студент это понимает, что он не приходит в институт, сдал зачетку, и ему там написали какой-то иероглиф, и он в конце получает эту бумажку через 5 или там 4 года, получает бумажку, и он считается специалистом. А физически нездоровый и не культурный. Поэтому образование очень важно. Культура физическая очень важна. И по большому счету, я вот сейчас, готовясь к универсиаде, которая будет буквально 19 числа, мы уже стартуем, сборная Украины стартует в первом матче в Тайпее, с командой Южной Африки, потом у нас Южная Корея и в конце Аргентина. Правильно вы говорите, очень сложный момент за 6 дней практически подготовить команду. Но до этого идет очень титаническая работа. Мы вместе с Владимиром Васильевичем Лозинским, вместе с Степаном Федоровичем Юрчишиным ездим, мониторим игры, разговариваем с игроками, общаемся с президентами и тренерами. Конечно, отпускать студенческую сборную, они студенты, но они играют в профессиональных клубах. Есть студенты, и у нас в нашей команде тоже, которые играли в чемпионате студенческом. Чемпионат Украины. И надо отдать должное Ивану Ивановичу Крулько, новый президент, молодой, очень амбициозный, думающий. Он за короткий... такие... Вы сильный генерал. Да, это именно у него есть свои проблемы, но он душой болит, он дает многие такие положительные посылы в этой жизни, куда стремиться, как. Я вижу, что он горит этим. И вот он на сегодняшний день, мы в этом конгломерате, в этом союзе пытаемся все-таки сделать максимально сильную команду через, это называется, либо вагоны за паровозом, либо сзади паровоз вагоны по инерции толкают. Так вот, наша задача сделать так, и его задача как президента, которую он сам обозначил и нам поставил задачу, сделать так, чтобы студенческий футбол был именно массовым. С ректорами много общается, проводится много мероприятий, в том числе и Вадим Мисюра в Киеве проводит. Людей это приобщает, заставляет задуматься по-другому, в чем смысл жизни –
Ну, можно сидеть все время возле компьютера, можно сидеть там, достать пачку Казбека и курить ее, но это же не жизнь. Жизнь — это эмоции, жизнь — это какие-то все-таки всплески, какие-то падения и подъемы. И вот студенческий спорт — самый яркий представитель нашего общества. Студенты всегда были двигающей массой или двигающей направлением человечества. Поэтому наша задача — развивать их, помогать им в этом, и через спорт в том числе, и футбол. Один з елементів, щоб показати, що вони потрібні своїй країні і не треба їхати кудись. А ректори в важкій ситуації. Я повертаюся до нашого життя, тому що зараз величезні, скажімо, комунальні платежі, і вузам треба за щось платити. Значить, тут навіть йдуть деякі на скорочення штатних посад викладачів фізичного виховання в вузах і тренерів тим більше. Так что тут есть разные ситуации. Валентин Васильевич, здесь, знаете, есть все-таки, до нас жило достаточно много лет другие поколения, да. Они оставляли нам свои следы и умные мысли. И, вы знаете, в любом случае многое или почти все решают мозги. А есть такое выражение, иногда бывает так, что человек занимает более высокую, чем заслуживает, посаду, как то кажут на Украине, а бывает, что менее. Когда менее, он несчастлив сам, а когда более высокую, чем заслуживает, он делает несчастным всех других. Есть такое выражение, мозги, конечно, не видно, но если их не хватает, то заметно. Иногда бывает очень заметно то, чего не хватает. Да. Поэтому, не бросая камень в чужой огород, просто каждый из нас может сделать в этой жизни то, к чему он, может быть, стремился, к чему он, может быть, у него есть к этому способности. Сделать максимум хорошего для людей, и это наша одна из задач. И одна из задач спорта, одна из задач футбола. Это самый яркий все-таки вид спорта с точки зрения игровой непредсказуемости, невозможности предугадать результат. Все эти, вы сколько тоже сами участвовали, знаете, предсказания. Это все гадания на кофейной гуще. Предсказание – это в большей степени положительный посыл в поддержку той команды, кого ты любишь или за кого болеешь. А когда говорят, что наши, наверное, проиграют, да, пусть они слабее. Наши проиграют, и потом наши вдруг выигрывают. Тот, кто говорит «проиграет», думает: «ну, я баран». То есть в этом случае все равно поддержка флюидов. Да, наша совместная какая-то энергия, которая направляется на поддержку, она может проиграть команда или может быть там выиграть. Но мы должны верить в нее или не должны, а можем верить в нее и можем посылать им положительный этот импульс. Ну и по всей Украине бывает, и вы оптимист, я знаю, и позитивні приклади от такого розвитку студентського, дитячого, масового футболу на місцях. Попри все, от дійсно, якщо є щось тут, то людина ще, яка дивиться вперед, якій цікаво жити, які очі горять, вона розвиває все це, попри все. Таких прикладів скільки можна навести? Ну, ви знаєте, я, допустим, опять в начале года, після того, як назначили тренером зборної, много пришлось общаться, ездить, смотреть. У нас очень великолепно, допустим, в Киеве та же самая спорт уделяется внимание в торгово-экономическом университете. Анатолий Мазараки, это... Он просто большой молодец, потому что он понимает, что человек — это гармонично развитая личность. Помимо того, что у них великолепное образование, по-моему, там 5000, если я не ошибаюсь, студентов. Вячеслав Георгиевич Гамов, как-то я встречался с ним, посещали эту базу шикарную. Тренер у них, Алексей Яценко, очень долго работает уже. Я помню еще первые свои универсиады, мы вместе в спарринге играли, я просил его помочь. То есть там развивается со всех сторон, гармонично развивается образование человека и его выход. Это столичный университет, я взрослый. Очень, то, что касается футбольных планов, очень хороший университет и в Тернополе, очень хороший университет во Львове. То есть здесь многие, наш университет, к сожалению, сегодня университет физической культуры и спорта не имеет своей спортивной базы. Как можно, допустим, научиться ходить по бревну, если бревна нет? Можно, конечно. А кафедра футболу потужна, а где им заниматься? Вот эти моменты экономической, инфраструктурной составляющей, они, конечно, играют решающую роль. Раньше нам не нужно было два портфеля и гаревое поле там, или асфальт. Не, ну это же уже. А сегодня нет. Да. Я согласен, но сегодня нет даже этих клочков этих. Это земля. А с другой стороны,
Сегодня есть еще и какие-то все-таки модерновые вещи, которые заставляют. У меня сегодня внучка в 3,5 года, включает сама интернет, YouTube, мультфильмы. Я смотрю на нее, говорю: «Кира, ну включи мне это». Она включает, потому что это уже современный мир. Ну, в 2000 году с телефоном ходили с этим, с агрегатом, с собой носили АТС с собой за 3-4 тысячи долларов в месяц оплату. А сегодня мы связываемся, сидя здесь, можем связаться с любым человеком в любом. Как это? Что это? Это развитие человеческой мысли, но тем не менее это вносит какой-то все-таки дисбаланс в развитие гармонии человека как физического. Он уже не бегает за мамонтами, не там ловит рыбу. Фізично не розвивається, тому що і це проблема для багатьох поколінь. Тому студентський спорт, якраз уже це люди на такому рівні. Я дивлюся вже на своїх, онучку там вступає до вузів. Значить, вони наростаються з цими гаджетами. І вирвати їх, спорт, а особливо футбол, змушує мислити. Реакція моментально має бути. Без цього не обійтися. Так що от ви праві. Ну, от я був в налоговій академії. Великолепний комплекс був задуманий. На сьогоднішній в Ірпені, да, на сьогоднішній день там спортзал стоїть, бетонні стіни. Немцы себе такого не позволили. Да, просто простой. Это двухэтажный там бассейн, спортивный зал, поле искусственное положили. То есть мы можем, в принципе, при желании и возможностях и мозгах люди находят финансирование и развивают, если они хотят это развивать. Мы в любом случае, если мы хотим что-то усовершенствовать, мы же сегодня не пользуемся этими ламповыми телевизорами с большущими, огромными. Сегодня у всех плазмы. Да, почему плазмы? Они более удобные, они комфортные, они меньше занимают места. Поэтому все равно человечество будет развивать эти моменты, идти вперед, но мы не должны забывать, что у нас нужно развивать не только то, что ниже пояса, но и, вернее, не пояса, а шеи. Поэтому не только мозги, но еще и мышцы, которые позволяют мозгам дольше и продуктивнее работать. Тобто, от знов-таки повертаючись до виду спорту номер один, як би ми не говорили, поки що ми не... Кажуть, футбольна країна. Для того, щоб вже називатися повністю футбольною країною, так як Німеччина, менше Голландія, що нам потрібно? Так, от ми говоримо про програму, про стратегію. Стратегії ж що немає. Ну, прежде всего, еще раз повторяю, что среди того миллионного населения, которое у нас есть и которое занимается футболом, талантов бешеное количество. Наша задача, чтобы у нас были педагоги, были тренеры, которые смогут этот талант, есть три варианта, помешать, не мешать, и, вернее, угробить, не мешать и развить. Так вот, нам самое главное, чтобы были те педагоги, те люди, те тренеры, которые, начиная с детского возраста, не угробят, не мешают только, а развивают человека, развивают футболиста, развивают там, гимнаста, развивают теннисиста до того уровня, который ему дал Бог, который ему дали эти возможности генетические. И вот это основная проблема, потому что генофонд у нас талантливых молодежи, талантливых спортсменов, футболистов у нас очень много. Педагоги, ну, вам, як нікому, прекрасно видно, от ваше покоління, скажімо, піде там. Що за? Дуже багато, по-моєму, факультетів, кафедр, які випускають спеціалістів, тренерів, але навіть перевиробництво, але щось ми не дуже то й бачимо, так, такий ривок. Скажите мне, пожалуйста, если вы будете что-то заболеть и будете лечиться, вы с большим энтузиазмом и желанием в Израиле будете лечиться или у нас? Вы знаете, вот щодо лікування, поки що це покоління не прийшло. Поки що можна у нас. Вот я тому я и как раз эту тему вспомнил. Если качество, есть много вузов, много кафедр, они выпускают, вы говорите, специалистов, это пишут в дипломе. Так. А специалист ли он? Что он делал все эти 5 лет? Либо он горел этой идеей стать самым лучшим в этой отрасли, в этой профессии, либо он имитировал и ходил, прятался туда от дождя. Это же разные вещи. Если мы на сегодняшний день... будем стимулировать для того, чтобы сегодня в Германии опять этот Нигельман, мальчику 29 так. лет. То есть сегодня руководит командой уже год Бундеслиги. Он вывел ее в Лигу чемпионов. То есть от чего?
он, оказывается, у него была идея, фикс, он хотел, он там, не знаю когда, закончил с футболом как футболист, и он развивал себя, как, знаете, есть такое, не сединой мудрость мерить надо, бывает иногда и те мудры, чья голова не знает седины, хотя случается, иной из нас не умудрен, хотя и седовлас. Парень молодой, но он закончил все этапы образования, все дипломы, вуз, все на 5 с плюсом, как говорят. То есть у него было... Он, его президент уже на год вел, вот мне рассказали, я говорю, как, откуда этот уникум? Говорит, президент год вел его еще. Он работал в академии, там, в школе, в дубле. И вывели его, он был, ему дали возможность, а у него есть умение. Все, он готовился к этому. Давайте мы сегодня возьмем с вами Хоффенхайм или там какую-то команду и поднимем до Лиги чемпионов. Я думаю, что с большей долей вероятности это будет сложнее, потому что адаптация в той среде, в той системе. Да. Но тем не менее, знания. А вот знания — это главное, не бумажка, а знания. У нас в этом есть проблемы. Ну и в розвитку, так би мовити, нашої футбольної науки, в тому, що ще до неї ставляться критично в багатьох випадках. Але те, що ми сьогодні почули від Анатолія Бузника, це дуже просто, дохідливо. І ще раз зробимо висновок на Майдані, і в наших спортивних програмах, що треба давати простір для і мислення, і роботи, і фантазії розумним людям, професіоналам. Тоді у нас все буде гаразд. Бачити, що у нас попереду. Мати стратегічні плани. Ну, а вам, Анатолій Іванович, успіхів дуже на універсіаді вашій. Дякую, Валентин Васильович. І нашій студентській збірній, тому що вона ніколи не знижувала планку, то і чемпіонами Всесвітніх ігор були, і призерами. Так що тут, я думаю, у нас має бути все гаразд. А вам скажу, не перемикайтесь, тому що далі буде. За хвилину буквально.